Пишет, а я хочу в Россию, намерен менять гражданство, занимаюсь йогой. Это для духовных практик и не только. Как вы смотрите на это? Интересно, на что? На гражданство или на йогу? Но мы не это ведомство, которое дает гражданство. Если вы русский человек, то понимаете, что понятие эстонец, латыш там или литовец, это как бы искусственное понятие, что там 500, 600, 700 лет назад там не было никаких эстонцев, литовцев, никого не было. То есть были русские какие-то отдельные рода, которые приходили, осели на этой земле. То есть таковой язык, он появился 500-600 лет назад. И так же, как и финский язык, например, появился тоже там 600, там, по-моему, лет назад или 700, даже меньше немножко. Шведский язык также появился, что и этому есть научные доказательства, например, записи там на похоронной плите какого-то шведского короля там конца 16 века, где это было написано латинскими буквами, но на русском языке. Вы понимаете, что, почему это писалось. И многие ученые говорят, что генетически, например, шведы, например, норвежцы, там, это те же самые русские. Но, правда, сейчас у норвежцев там проблема пошла там, с их гомосексуализмом и остальными вещами. Но все равно, как говорится, это один и тот же народ. Если вы русский, и вы хотите переехать в страны, где русским относятся плохо, в страну, где русские живут, то, в общем-то, в этом я не вижу в этом ничего неестественного. Сейчас есть программы для переселения, то есть и возможности сейчас, я думаю, что в России будет больше, чем в Эстонии. Я знаю, что в прибалтийских странах сейчас очень большая проблема с работой. В России вы, в всяком случае, более или менее крупных городах найдете, особенно если у вас техническая специальность есть. То есть я вам, как бы так сходу гарантию дать не могу, но вероятность очень большая, то есть я ничего нового не говорю, что вы работу себе найдете. То есть вы более или менее достойно жить сможете. То есть у вас будет работа, то есть вы не будете жить венцем. Если вы еще инженер, если вы специалист какой-то области, то я думаю, что вам будет жить и легче, и интереснее. Сейчас в России тоже, к сожалению, много проблем, и вот это ювенальная юстиция начинается, то есть и немножко бандитизм есть, и всякие пошли, всякие сейчас неприятные вещи, типа воровство детей там. Много чего есть, потому что я как помню, когда был маленький, то даже то, что маленький, я ходил в школу, чтобы детей провожали в школу и забирали обратно, это на мной кто-нибудь посмеялся, что вы неполноценный, чтобы тебя забирать. Сейчас, например, мои родственники, у которых сейчас дети, они говорят, они живут даже, вот, скажем, на окраине, совсем на окраине Питера, где, в общем-то, такое не маньяческое место. Но говорит, я ребенка, сестра говорит, я ребенка не могу, в общем-то, одного отпускать, это не серьезно, сейчас это опасно просто. То есть эти вещи есть, то есть тоже можно понимать, но я думаю, что если вы переедете в Россию, многое в вашей жизни переменится к лучшему. То есть появятся новые возможности, вы попадете к людям, которые у вас с вами один и тот же менталитет, у вас с большой вероятностью, что вы найдете себе работу. Всегда переезд связан с определенным стрессом, то есть энергетически идет перестройка ваших структур, вас отключают, как сказала бы Елена, вот эгрегора там, с прибалтийских стран переключают на эгрегор России. Но во всяком случае вы приедете в страну, в которой правительству, может быть, для вас не все равно. А в Эстонии, в общем-то, правительству на русских наплевать. Несмотря на то, что там в многих странах, там, многих из этих стран они составляют там значимую часть населения, то есть и там геноцид проводится специально с подачи Америки. То есть в России, по крайней мере, вы будете дома и вы будете на своей земле. Попробуйте. То есть я думаю, что вряд ли с этого что-то появится плохое. Вот если вы переедете в крупный, более-менее крупный город, там миллионник, например, то вам будет легче реализоваться. Если у вас нормальный русский язык, то почему нет?